и райхун, и травка теры, и фицлеем, девочки. Ой, на вкусно пахнет, девочки, мята, мята. Какое небо колоколом, терем-перем-пи-пи. Очень вкусный. Сливаются птички, девочки. Какое небо голубое, девочки. Все невозможное возможно. Очень даже. Ничего в них нет. А я все гляжу. Глаз не отвожу. Ча-ча-ча. Доброе утро, ребята. Канал Татьяна Обухова, влоги Стамбула о жизни в Турции приветствует вас. Как ваши дела? Как ваше здоровье? Как погода, девочки, мальчики? У меня есть дынька. Хочу сделать девочке смузи. На сутки нужно правильно питаться, девочки. Завтрак это очень важен. Вы как считаете? Девочки, у меня тут еще рубашки. Накануне повестка дня, девочки, всегда рубашки. Девочки, у меня же есть свежая мята, своя, выращенная. Надо, девочки, огородец полить. Сейчас мы с вами польем огород. Девочки, к деньгам. Девочки, надо помыть здесь. Помыть, девочки, и полить. Но сначала нарвем давайте. Вон, сливы, видите? Сливы, девочки. Давайте, девочки, польем чуток. Чуток, девочки, польем. Свекровь сказала, надо обрывать. Девочки, огурцы прут. Может, их тоже уже надо подвязывать. Девочки, вот эту мяту сейчас листочки порву. И райхун, и травка теры, и фицлеем, девочки. Ой, на вкусно пахнет, девочки, мята, мята. Ой, все вкусно пахнет, девочки. Еще какие кушки пожрали. Девочки, сейчас будем с вами поливать. Надо помыть это. Надо поливать, девочки. Поливать будем сейчас. Девочки, птички там, слышите, заливаются, девочки. Ну так, чуток вот здесь тоже польем. Смоем, девочки, вот. Букашек всяких. К деньгам, девочки, надо смыть. Пусть денежки приходят в наш дом. Девочки, вот так вот польем. Чуток. Вот так вот. О, девочки, красота. Красота, тара-тарай, тара. Вот такая утренняя красота. Вот чайки гогочут, девочки, вы слышите? Ух, сколько много, блин, что такое? Ну, правильно, у меня здесь удобрение.
Вот они и атакуют. Девочки, палочку надо на помидорчики-то. Райхончик. Вот эта тера что-то не пошла, девочки. Сразу семена пошли. А это, девочки, шпинатик. И вот эта тера тоже. Девочки, традискан все поперла. Я ее сюда вынесла. И она, девочки, пошла. Вот. Девочки, здесь тоже. Много не надо, так, слегка. Вот так вот, девочки. Ну что, будем поливать? Девочки, у меня же здесь еще есть. Здесь тоже надо поливать. Здесь не так уж мокро, а это сухо. Так, девочки, слегка полим. Так, дождик сделаем. Дождик сделаем, девочки. Хватит, девочки. Вон там что-то такие дыры. Девочки, здесь тоже полем. Окурки. Один валяется, девочки, два. Два валяется, девочки. Здесь тоже сейчас польем. И вот здесь, девочки, у меня есть это. Ведерко, сейчас помою пол. А, у меня же еще там, девочки, есть. Надо там тоже полить. Я и забыла. Девочки, у меня шланг запутался. Сейчас. Ну все, девочки. Ай да. Ай да, девочки. Девочки, полить нам. Девочки, а куда же это поставить? Да некуда поставить. Ой, блин. Запутывается шланг. Ой, девочки, что здесь произошло? Они голубя поймали опять. Девочки, о, это же надо чистить. Это сейчас мух будет столько. Вот сосранцы такие, а. Охотники, блин, ёпарасоты. Девочки, охотники, блин, и все домой. Видите, хорошая хозяйка все домой тащит, так как коты. Все мне, все мне. Ну что делать? Девочки, надо полы драить. Вот тебе смузи утренний. Прежде чем приготовишь, блин, здесь девочки. Порядок у нас здесь. Я даже не видела, когда это они успели. Я же говорю. Бахчу общая, девочки. Все на ней колбасятся. Надо же, а? Ладно, девочки, сейчас помою вот здесь. И пойдем смузи делать. Девочки, семечи ходят. Семетляр говорит, девочки, у меня и здесь перьев вон навалом. Они
Где ее поймали, не знаю. Потрошили-то там. Не, девочки, подождите с Музи. Мне надо мусор везде. Девочки, надо мусор. Новую воду налила. Вот так вот. Захотела Танюшечка смузи попить. Не, девочки. Семит говорит. Девочки. Надо вымыть все. Что же там мухи? Надо собрать перчатки, пойти одеть. В мешок. Собрать. Шутся, девочки. Девочки, с утра вообще колобалык. И на бахче, и на улице. О, дом уже скоро, девочки. И все. И все, девочки, быстро, как муравьи. Шихмах-шихмах. Девочки. Давайте полупу подумать. И мусор собирать, потом смузи пойдем делать. Девочки, а небушка, посмотрите, какое шикарное. Какое небо голубое, терем пыри ты ты. Мы не разбойники разбоя, тыри ты 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 ты. Только коты, девочки, охотники. Девочки, голубушка орёт, сидит. Что орёт? Шутся надо. О. Все, девочки. Вон там села. Шутся хочет. Ой, девочки, оказывается, это чайка, девочки, не ворона. Муж говорит, я видел, говорит. Я вру какой-то. Летать, короче, не мог. Птенец, что ли, или, не знаю, или больной. И, видать, его коты это воспользовались моментом. Охотники ее прозатепли, да? Все домой, все домой. Девочки, лопаты, что ли, убрать? Ну, не руками же, но надо убирать мухи там. Ну что делать? Дикая природа. Охотники. Девочки, ну собралась вроде, сумочку одела. Вспомнила, я же смузи буду делать. Дыньку, девочки, надо порезать заодно и мусор вынести. Девочки, ну на терраску поставила мешок, потому что опасно там оставлять на бахче. Коты же. В общем, дыньку сейчас порежу. Сейчас, девочки. Она уже долго у нас лежала. Сладкая уже должна быть. Чуток зеленоватую мы ее купили. Недельки две, наверное, лежала, полторы. Вот эти, девочки, семена нужно убрать. Девочки, одной рукой не получится. Айдынчик, девочки, приходил за рубашками. Покушал. Фасоль у меня была, гречка была, курицу я ему специально жарила. Сок тайчиком покупал. Покушал, рубашки забрал. Я говорю, может, тебе в коробочке с мальчишом там на пару скушаете. Гречку положу. Гречку, говорю, положу с мальчишом. Фасоль в коробку. Он говорит, не надо. У нас, говорит, все есть. Я, говорит, потолстел. Потолстел, говорит, я, мам. Не надо, говорит, мне ничего. Девочки, сейчас вот почищу вот так дыню в тарелочку. Мусор как раз надо вынести. И смузи сделаю. Девочки, после этого типа кушать не захочется. Девочки, я, знаете, я же работала медсестрой в гнойной травматологии, поэтому, девочки, У меня, девочки, это нормально. Все, девочки, дыньку сейчас порежем. Водичку я вот поставила, свои зеленушечки. Пусть это в уксусе чуть-чуть постоят. Девочки, у меня тут кайсы есть. Шефтали есть, портакал, девочки, есть. Я сейчас
Сейчас вот такенный смузи сделаем. Девочки, все в один контейнер блендеровать не получится. У меня маленькая емкость, поэтому дыню, дыню и два урюка я положила. Вот зенджефиль, сухой имбирь, куркума. Так, для вкуса и для цвета, девочки. Куркума и мед, девочки. Хотите без меда? И мед, девочки, положу. И второй заход будет у меня лимон и зелень. Зелень какая? Мята, петрушка, райхон, этеры, травка. Все, по-моему. Девочки, в общем, блендеруем. Конечно, девочки, водичка нужна. Мед я уже положила. У меня еще вчера рыбка была, но Айден не захотел. Потом, девочки, вот сюда в баночку отдельно выльем, чтобы не мешало. И зелень блендеруем. Еще дыньки добавим. Девочки, это же... У меня, девочки, еще семена есть же. Я и забыла. Сейчас. Вот, девочки, семена у меня же есть. Полезные. Лен, чиа. И еще что-то. Все, девочки, дыньку добавим. Зеленушечки. Девочки, меда сейчас тоже. Меда добавлю. Телефон, что-то пришло, девочки. Муж же звонил. Говорит, я видел этого птенца. Говорит, я этого видел. Так и, говорит, ты подумал. Так, девочки, и получилось. Вообще нельзя птицам гулять на нашей бахче. Девочки, прекрасно. Девочка, можно водички немножко долить. Все. И меда. Девочка, если будет мало, я еще добавлю мед. Божественный напиток, девочки. Здоровье. Здоровье же это, девочки, для нас. В любом возрасте здоровье важно. Девочки, ну-ка, попробуем напиток, напиток жизни. Девочки, вкуснятина. Вкуснятина, девочки, и цвет шикарный. Девочки, машина рекламная приехала. Все-таки свежая мята очень сильно освежает. Еще бы льда бы сюда. Девочки, у меня же и лед есть. Очень вкусно, девочки. Можно лед добавить. Лед. Прям сюда. Измельчить было хорошо. Ну, ну ладно, девочки, кто-то пользуется льдом. Сейчас добавлю. Шикарно, девочки. А как его вытащить? Девочки, его же не вытащишь.
Значит, я уже вся упрела. Девочки. Трещит сразу. Девочки, такая вкуснятина. Сейчас банку закрою, в холодильник поставлю, охладиться. Девочки, воды можно побольше. Я раньше и с молоком делала, и с йогуртом делала. Мне что не хватает? Мне не хватает лимона. Лимона можно было побольше. И то, что он теплый, мне тоже это напрягает. Ой, девочки, очень вкусно. Лед сейчас быстро, моментально прям тает. Вкуснятина, девочки. Ой, а как же лед этот вытащить-то? Сильно замерз. Вот сейчас эти 4 штучки положу. И как раз свежий лед сделаю. Ой, никак же. Все, сейчас сюда залью. И будет свежий лед. Девочки, одной рукой не получится. Сейчас морозильник поставлю. Ну все, девочки, мусор надо выносить. Муж. Девочки, нет, не звоню. Сумочка маленькая, телефон не влезет в сумочку. Ну, без телефона, без связи, короче, я пойду, девочки. Пойду без связи. Ну, что делать? Уже пришли охотники. Скажут, где добыча? Куда дело добычу нашу? Иди, иди отсюда, иди. Охотники. Все мужчины. Рыбаки, девочки, все коты охотники. Девочки, весь мусор тоже дома заодно собрала. Пошли, девочки, мусор вынесем. Воду-то я выключу, а то память-то, девочки, девичья. Это окурки надо собрать, девочки, здесь еще. О, блин, а. Не понос так золотуха. Сейчас, девочки, окурки вот здесь надо поднести. Thank you.
Лёшке надо ворота открыть сейчас. Ключей пока найдешь. Кто что открывает. Я уже, девочки, выдохлась. Ничего не делала, вон мусор валяется. Сейчас, девочки. Соседка. Соседка детская. Смотрю, что у меня тут. Мыть, не мыть. Девочки, мусора капец сколько. О, здесь тоже помыли, девочки. Я не разрешаю, девочки, капучи мыть у меня там. Я говорю, Аллах, да не пару. Девочки, какой? Немушка. Немушка, девочки. Ладно, сейчас я мусор вынесу. Вот, девочки, видите, тоже пилил кто-то. Можно вот так. Вон она, красотка. Но такую-то не поймает, девочки. Такая отпор даст быстро. Ну, что-то там сетки бросили, девочки. Сливаются птички, девочки. Красота. Смотрите, какое солнышко. Какое небо голубое, девочки. Все, девочки, одной рукой не смогу закрыть, открыть. Все, девочки, надо здесь еще раз почистить. Я же не топтала. И все, девочки, вот такое утро в Стамбуле. Ну что делать? Котейки, они такие, девочки, сейчас шла на окна своего дома тоже. Вон она как заливается. Высоко, говорит, сижу, далеко гляжу. Котов нема. Девочки, в окнах у нас в доме живут коты. Я же сказала, на бахче женщины держат котов. И сверху тоже сейчас в окне сидел рыжий. Ну уж рыжий, ну белый. Тут у нас рыжий есть, но он грязноватый. Может быть, не выпускают того кота домашнего, навряд ли. Скоро, девочки, огурцы будем кушать. И помидоры. Что помидоры? Черри, а он прет и прет. Прет и прет, девочки. Может, она за сливы прилетела, чайка. Уж она вегетарианка. А тут коты. А тут коты. Девочки, все. Вот такое вот утро. А у вас как утро проходит, девочки, напишите мне. С приключениями. У меня, видите? Девочки, я когда на бахчу выхожу, ну, я не ожидала чайку, честно. Чайку я не ожидала. Я думала, невозможно. Оказывается, все невозможное возможно. Очень даже. Понимаете? Вот какие коты стамбульские, девочки. Все, я вспотела, пошла, девочки. Приятного вам завтрака, ребята. Извините. Коли что. Всех вас обнимаю, люблю. Всех благ вам. Ну, вот так вот. Девочки, утро у меня всегда так. Выход на бахчу для меня всегда сюрприз.
не знаешь, что ожидать. Потому что коты охотники. Девочки, люблю вас, обнимаю. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, пишите. Я вас читаю, девочки. Пока. Девочки, не поверьте, хожу в течение дня. Проверяю. Один только кот появился. Видать, кому не досталось, пришел. Понюхал и умотал. Девочки, а у меня на бахче котейки живут. Ничего в них нет. А я все гляжу. Глаз не отвожу. Ча-ча-ча. Не поняла, так близко. Это где так болтает? Это на соседней бахче, девочки, так слышно, капец. Громко. Громко, девочки. Вот так вот, котейки-то вам. Да, то ли аренда, то ли что там у них происходит. То ли продажа, то ли аренда, не знаю. Вот так вот, девочки.